Работники скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник. Историю служба берет еще более века назад. В Беларуси только за охраной здоровья населения стоят более 10 тысяч сотрудников. Круглосуточно по всей стране заступают на смену сотни бригад. В республике функционирует современная и эффективная система оказания СМП. Это доказывает высокий уровень медицины и то, что наши врачи – профессионалы своего дела. В городе на Березине включили отопление. Соответствующее распоряжение, исходя из сложившихся погодных условий, подписано председателем Бобруйского горисполкома. Процесс запущен в организациях-потребителях тепловой энергии первой очереди, в учреждениях дошкольного, школьного, специального и дополнительного образования, лечебно-профилактических медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах. 8 октября члены Совета Республики проведут прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов. Больше информации в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Управление по труду, занятости и соцзащите Бобруйского горисполкома 8 октября с 10 до 11 приглашает граждан на информационную встречу «День предприятия УКП «Промотходы». Граждане смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы специалисту кадровой службы. В Бобруйске стартовала акция «Молодежь за безопасность». Она нацелена на популяризацию деятельности белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, предупреждение пожаров и гибели людей на них. Активисты вместе с работниками МЧС посетят домовладения одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, окажут им посильную помощь в заготовке дров, уборке жилых помещений и придомовых территорий, установке автономных пожарных извещателей.